известный блогер, не трогай меня! Я не хочу умирать! Нет, нет, пожалуйста, не надо! Так, мне нужно рыжего ублюдка для ТикТока снять. Вы не видели? Тигра! Тигра! А тут уже сложно определить. Если Ворожко украл тигру, либо убил ее, то я думаю, что он получит штраф в размере 112 МРП. И получит также статью за кражу. Я думаю, это для него это подходит. Я китайская ютуба-блогера. Не руби мне головка, я заплатить большая деньга. Я хочу с тобой... Давайте подойдем поближе. Привет! Смотрите, он отреагировал! Посмотрите, ребятки, какой ужасный клоун! У нас все по-настоящему! Это да, я беру под этим роликом! Парни, вы хотя чего? Бы... Не смотри на меня! Я не знаю, какой получить можно приговор за такую ситуацию, но за заражение человека придется ответить Ворожку. Единую систему. За ТикТок. Фильтровая уродина. Ну вот, все вы здесь. Настало время для пробного эксперимента. Наушники, быстро! Черт! Поехали! Валим! На! Что это? А тут уже Ворожко получит намного большой срок. Все грязные тайны этого маньяка. День 21. Объект 16 убил своего кота, который снимался у него в роликах. О, господи. Так, найдена причина агрессии. Это психоз из-за детского контента. А тут Ворожко загипнотизировал человека, чтобы он убил своего кота. А это уже закрепляется по делу статье за жестокое обращение с животными, а также за травмирование ребенка из-за того, что он сломал ему психику, тоже получит нормальный срок. Он псих. Совершенно одержим идеей выращивания искусственного блогера. Его нужно остановить, иначе пострадают еще тысячи, тысячи невинных детей. Ради достижения своей цели он пойдет на все, даже на убийство своей собственной дочери. Пожалуйста, я не хочу, чтобы он... Не хочу, чтобы он ее убил. Папа хочет отрубить мне голову. Папа говорит, что она вырастет обратно. Я не верю. Как я в школу тогда пойду? Со мной дружить больше никто не будет. С головы. Я не хочу участвовать в YouTube. Я не хочу эти лайки. Мне не нравятся эти видео. Папа говорит, что надо набрать очень много лайков. Тогда он освободит меня. Но их уже очень-очень много. Он говорит, мне надо еще. Он замучил меня. Я не хочу быть блогером. Это ужасно. Ботан. Он убил ее. Он убил собственную дочь. Коллеги, наше дело требует жертв. Что, опять? О чем он говорит? Наушники, быстро! Thank you.
Я, конечно, не смог посчитать всех людей, которые присутствовали в офисе, но примерно 20 человек. Ворожко придется ответить. И тут Ворожко опять совершает очередное убийство. Очень не советую. Посмотрим. Мне, конечно, неизвестно, на что способна эта штуковина, но точно думаю, ему дам статью за терроризм. Хочешь убить половину человечества? Ультразвуковой сигнал никого не убивает. Он посылает закодированный... Ку-ку, ёпта!